о благоустройстве, работе общественного транспорта и замене лифтов. Сегодня глава администрации Алексей Ладыков отвечал на вопросы горожан. На прямую телефонную линию поступило более 50 вопросов. Один из первых звонков про строительство детского сада. Когда все-таки в 14 микрорайоне появится дошкольно-образовательное учреждение? Если в этом году будут выделены дополнительные средства, то мы начнем конкурсные процедуры в этом же году. Если в этом году не будет, то будем ждать решения по 2019 году при утверждении бюджета, при утверждении федерального бюджета. То есть окончательная ясность будет, я думаю, осенью, зимой. Но мы работу ведем в этом направлении, знаем, насколько востребован детский сад в 14 микрорайоне. От своих планов не отступаем. Отметим, что в следующем году в Чебоксарах откроются 10 детских садов. Деньги на их строительство поступят по двум федеральным программам «Жилище» и «Развитие образования». Благодаря этому до обзаведутся микрорайоны Соляное, Новый Город, Университет, Кувшинка, Солнечный, Садовый, а также поселок Сосновка. Что касается Садового, то жители жаловались, что здесь не хватает не только садиков, но и магазинов и общественного транспорта. С 1 декабря мы планируем внести изменения в организацию пассажирских перевозок. Начальнику транспортного отдела поручу созвониться с вами, выслушать ваше мнение и довести до вас, что будет с 1 декабря текущего года. В продолжении темы – вопрос о работе информационных табло на остановках общественного транспорта. Вечером мы с сыном возвращаемся с тренировки, подходим к остановке, информационное табло пустое. Есть, например, какая-то маршрутка, одна или две маршрутки. Общественного транспорта, то есть 4 троллейбусов и 1 автобуса, ни одной строки по табло нет. Наталья Ленина, вопрос понял? Ага. Все проверим? А вот жители некоторых домов в северо-западном районе уже 4 месяца активно занимаются ходьбой и не от большой любви к спорту. У нас 16 марта отключили лифт, чтобы поменять на новый лифт. И вот до сих пор уже столько времени прошло, мы не можем добиться, чтобы нам лифт подключили. По предварительным данным на следующей неделе планируют включить, но мы свяжемся еще раз. Я вам говорю, да. Да, мы да, свяжемся да. с собственником, с Лукшиным Алексеем Юрьевичем. Это значит, компании. Вы можете еще дополнительно? Нет, вам ничего не надо делать. Так. Мы постараемся в ближайшее время запустить лифт в вашем доме. Спасибо вам большое. Немало вопросов о благоустройстве дворов и общественных территорий. К примеру, жители дома по улице Ислюкова, 16, просили заасфальтировать территорию на детской площадке, чтобы дети смогли играть в баскетбол. Сити-менеджер обещал выполнить просьбу в течение 10 дней. А вот жители Новоюжного района мечтают, чтобы в столице обустроили парк педагогов. Мы в свое время представляли проект с инсталляциями с педагогической символикой. То есть как бы вход в этот сквер, обозначающий именно статус педагога и так далее. По педагогической символике, главный архитектор сказал, общая стоимость около 10 миллионов рублей. Считаю, что это довольно высокая стоимость для этого направления. Мы действительно благоустроили эту территорию в прошлом году и планируем ее благоустраивать в этом году. Но в проекте, который прошел экспертизу, в проекте, который мы выставляем сейчас для проведения конкурса и определения подрядчика, педагогической символики не предусмотрено. Сейчас эта территория активно благоустраивается. В этом году появился новый скейт-парк, яркие детские площадки, удобные скамейки, светильники. Здесь любят проводить время и дети, и взрослые. Галина Титарчук, Валерий Резюков, Республика.